Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего вебинара – это острый средний отит, диагноз, лечение, профилактика осложнений. И прежде чем говорить непосредственно о клинической проблеме острого среднего отита, хотелось бы напомнить очень базовые моменты физиологии функционирования среднего уха. Я похожий слайд показывал на первом вебинаре, посвященном острым риносинуситам, и для барабанной полости он также правомочен. У нас в околоносных пазух нормальная среда – это воздух. Они выделены черным цветом. Вот здесь видно клетки решетчатого лабиринта, клиновидную пазуху. И мы видим височную кость, которая также заполнена черным цветом. То есть в норме в околоносных пазухах и в барабанной полости находится воздух. И там непрерывно происходит газообмен. Очень интересные есть работы, которые показывают, на как изменяются концентрации кислорода, углекислого газа, NO2, оксида азота, в слизистой оболочке околоносных пазух и барабанной полости. Как воздух попадает в барабанную полость. На эндоскопическом осмотре мы видим, когда проходим по общему носовому ходу и доходим до носоглотки, мы видим движение мягкого неба, и которое при глотательном движении открывает устье слуховой трубы, и происходит вентиляция, обновление воздуха в барабанной полости. При осмотре уха мы видим движение барабанной перепонки, то есть банальная проба Тойнби или Вальсальва с зажатым носом, либо человек продувается, либо производит глоздательное движение. Мы также видим движение барабанной перепонки. За счет чего? А за счет того, что через слуховую трубу воздух либо попадает, либо выходит из барабанной полости. Это абсолютно важнейшее функциональное свойство среднего, физиологии среднего уха. Непрерывная вентиляция. Да? Без этого также невозможно здоровье среднего уха, как без вентиляции невозможно здоровье околоносных пазух, о чем мы говорили на первых двух вебинарах. А где же находится устье слуховой трубы в барабанной полости? Вот если мы видим, уберем контур барабанной перепонки, пунктиром выделены проекции косточек, рукоятки молоточка, головки молоточка, наковальни, наковально-стременного сочленения, и в передних отделах барабанной полости, то есть здесь уже на левой фотографии видим барабанную полость, PR это промонторию, мыс, впереди барабанная полость продолжается в слуховую трубу, которая через несколько сантиметров и открывается глоточным устьем. Через эту трубу происходит вентиляция, то есть все это анатомически абсолютно доступно, учитывая современное развитие техники, эндоскопической аппаратуры, мы все это можем хорошо посмотреть. И второй очень тоже важный момент в барабанной полости. В слуховой трубе, так же как в полости носа, присутствует мукоцеллярный клиренс. То есть барабанная полость очищается через слуховую трубу путем действия мукоцеллярного транспорта. Предположение ли это действительно так? Да, мы давно доказано на электронной микроскопии, мы прекрасно видим, что и в глоточном устье, и в тимпанальном устье слуховой трубы присутствуют эти самые клетки с ресничками, которые характерны и для полости носа, и для вообще всего респираторного тракта. То есть фактически, ну, не зря говорят о том, что барабанная полость – это пятая пазуха носа. Важным предрасполагающим фактором развития остро-среднего отита являются нарушения вот этих моментов. Вентиляции и мукоцеллярного транспорта. Абсолютно такие же, как и для развития острого риносинусита. В первую очередь, это респираторные вирусы, которыми как раз ресничные клетки, целлярные клетки, эпители и являются входными воротами для респираторных вирусов. Они первые и погибают при развитии воспалительного процесса. Секреция слизи продолжается. Ответом на повреждение клеток развивается отек, развивается воспаление, происходит блок устья. Слизь не выводится, реснички теряются во время острого воспалительного процесса. И дальнейшая, крайне важная история, которая способствует развитию отита, это то, что в детском возрасте на фоне ОРЗ
практически всегда развивается обострение хронического аденоидита. Все это тоже на самом деле вопрос философии. Острый ли аденоидит, обострение хронического аденоидита. Глоточная миндалина, мы говорим, ну, привыкли говорить о физиологическом воспалении в возрасте от 2 до 12 лет. Да, поэтому, наверное, правомочно ставить диагноз обострения хронического аденоидита с появлением гнойного выделяемого. У детей слуховая труба расположена более горизонтально, она более широкая, и поэтому инфицированная слизь легче попадает в барабанную полость через слуховую трубу, и она уже не выводится, потому что цилиарный клиренс поврежден. На слайде мы видим видео, да, эндоскопическое исследование, которое показывает воспаленную глоточную миндалину и фактически полную обструкцию слуховой трубы, откуда инфицированная слизь легко попадает в барабанную полость, но при этом вентиляция уже ее нарушена. Чем характеризуется острый средний аденоидит с позиции эпидемиологии? Ну, во-первых, то, что это последствия острого респираторного заболевания, достаточно часто, которое уже не вентилируется. И второй важнейший фактор развития острого среднего аденоидита является травма. Гораздо более редкая, чем последствия ОРЗ, но тем не менее травматический генез, характер проникновения экзогенной инфекции в барабанную полость, развитие воспалительного процесса тоже никто не может снять со счетов, это тоже наша данность. Чем характеризуется острый средний аденоидит с позиции эпидемиологии? Ну, во-первых, это заболевание чаще в детском возрасте по тем причинам, которые мы обсудили. И чаще всего бывает последствиями ОРЗ. Стадийность развития острого среднего аденоидита. Сначала возникает отек слуховой трубы, барабанная полость перестает вентилироваться. Так называемая стадия тубоатита или эстехита. Затем развивается катаральное воспаление в барабанной полости, которое становится гнойным. Дальше пути 3 развития. Инфекция самостоятельно прорывается, прорывает барабанную перепонку, развивается перфоративная стадия острого среднего аденоидита. Инфекция разрешается благодаря нашему лечению. Мы делаем парацентез, и гной уходит. И наиболее неприятный момент, то, что происходит развитие осложнений в виде мастоидита и, к сожалению, риска развития внутричерепных осложнений. То есть выход у аденоидита несколько. Ну, наиболее классическое течение на фоне антибактериальной терапии и разгрузочной терапии, мы об этом поговорим. Инфекция разрешается, либо происходит перфорация перепонки, гной выходит, перепонка заживает с фрубцом, либо не заживает с развитием уже гнойного, хронического гнойного среднего аденоидита. Клиническое проявление острого среднего аденоидита. Как средний аденоидит отличается от других заболеваний уха? Что можно делать и всегда об этом помнить? Это боль. Боль в ухе. Сильная боль в ухе, которая сопровождается тем, что в него вовлечена барабанная перепонка. Гиперемия, набухание барабанной перепонки, боль в среднем ухе – это диагноз острого среднего аденоидита. Ну, я немножко утрирую, но тем не менее это так. Болит ухо, вовлечен наружный слуховой проход – это наружный аденоидит. Боль в ухе, снижение слуха. Мы посмотрели в ухо, проходим наружный слуховой проход, вовлечена перепонка, это острый средний аденоидит. Вот на практике мы по-другому его, но этого достаточно для постановки диагноза острого среднего аденоидита. Дальше мы добираем информацию, то, что предшествовало ОРЗ, то, что снижен слух. Если инфекция гнойная, бывает системное проявление, часто температура, интоксикация, выражена опять же боль в ухе, которые эквиваленты боли в ухе, характерные для детей младшего возраста, прикладывание этим в ухом, трение уха и так далее. Но самое важное – боль и воспаление перепонки. Нормальная перепонка по цвету серого, перламутрового цвета, с четкими анатомическими пунктами, она может быть видна не вся. Мы можем видеть только задние отделы перепонки, если передний угол острый. Но в любом случае здесь нету никаких сложностей. Мы видим, что перепонка интактна и она серая. Даже если мы какие-то, в зависимости от аппаратуры, отоскоп, микроскоп, воронка, мы увидели перепонку. Но острого среднего аденоидита
здесь нету, потому что перепонка не вовлечена в воспаление. Поэтому даже если пациент жалуется на боль в ухе или в области уха, это не острый средний отит, перепонка серого цвета. А так выглядят различные стадии острого среднего отита. От небольшой гиперемии в области рукоятки молоточка, катарального отита, до гнойного отита в доперфоративной стадии и в перфоративной стадии. То есть, когда перепонка выраженно выбухает, за перепонкой виден гной, и в случае, иногда уровень жидкости может быть, но в любом случае есть признаки явного воспаления. Как подтвердить диагноз, когда мы не можем четко отличить острый средний отит, бактериальную же форму, от катаральной формы? Те же самые приемы. Общий анализ крови, прокальцитонин, С-реактивный белок, чувствительные показатели, прогностическая ценность положительного результата, то есть повышение показателей, она ценная для дифференцировки вот бактериальной формы от катаральной формы. Посев следует делать только после парацентеза, если он не понадобился, или в случае гнойного отделяемого, то есть уже перфоративной стадии остро-среднего отита. Иначе мы высеваем только путевой микробиом наружного слухового прохода. Исключение осложнений, в первую очередь, это компьютерная томография височных костей. Принципы терапии острого-среднего отита. То есть диагнозом мы разобрались. Боль в ухе, гиперемия перепонки, предшествующая ОРЗ, снижение слуха. Мы увидели острый средний отит. Что теперь с этим делать? В первую очередь снимаем интоксикацию и температуру. Все остается стандартно. Нестероидно-противовоспалительные препараты. Крайне важным моментом является разгрузочная терапия в нос. Интерназальные используются деконгестанты и интерназальный глюкокортикостероиды, потому что нам очень важно снять отек и воспаление в области устья слуховой трубы и слуховой трубы. Как только отек будет снят, будет восстанавливаться вентиляция среднего уха. Без этого, так же как выздоровление от острого риносинусита, без восстановления вентиляции невозможно. И именно с этой целью абсолютным базисом является назначение разгрузочной терапии в нос. Мы можем использовать интерназальные декингестанты, интерназальный глюкокортикостероид. Очень важным моментом является только обоснование, что у пациента сопутствующий риносинусит, что у него аллергический ринит, да, потому что в показаниях, конечно, по инструкции нету в интерназальных глюкокортикостероидов острого среднего отита. Но, тем не менее, они входят и в клинические рекомендации, патофизиологически абсолютно оправданы. Значит, промывание носа в случаях острого среднего отита не рекомендуется, особенно у детей, ввиду того, что мы, наоборот, инфицированную слизь заносим через носоглотку, через устье слуховых труб в среднее ухо. Обезболивание. Местная анальгезирующая терапия, в первую очередь, это комбинация лидокаина, феназона, и при отсутствии перфорации это не антибиотики. То есть при отсутствии перфорации барабанной перепонки, в первую очередь задача это снять воспаление перепонки и ее обезболить, поскольку распирание вызывает сильный болевой синдром. Значит, антибиотики через неповрежденную барабанную перепонку не проникают. Далее переходим к решению вопроса о парацентезе. Показания к парацентезу. Выраженная боль в ухе, лихорадка. То есть, если у пациента явление остро-среднего отита, есть боль в ухе, парацентез даст облегчение, поскольку происходит эвакуация отделяемого, перестает перепонка распирать, и болевой синдром уменьшается. Любые признаки гнойного среднего отита. Общее правило хирургии. Гной должен быть эвакуирован. Как эвакуировать его из барабанной полости? Только сделав разрез под местной анестезией. Забрызгает лидокаин, 15-20 минут подождать и выполнить разрез парацентезной иглой, ушной иглой. Это, в принципе, можно и шприцом пятеркой выполнить разрез задних отделов перепонки для того, чтобы гной эвакуировать. Через отверстие, единственное, конечно, прокола, вот именно проткнуть недостаточно. Нужно сделать именно неплохой разрез задней нижней квадранте, желательно после этого еще тонким аспиратором
убрать гнойное отделяемое. Барабанную полость после этого можно вводить антибиотики, использовать ушные капли с антибиотиками, потому что они уже будут проникать в барабанную полость. Альтернативой парацентезу является, например, радиоволновая либо лазерная миринготомия. То есть эффекты достаточно выраженные. Вот у нас явление острого среднего отита у пациента, и через 3 дня после выполнения парацентеза мы видим значительное снижение воспаления, гиперемии, перепонки и очищения барабанной полости. Да, на фоне системных антибиотиков и на фоне разгрузочной терапии в нос. Если мы выполнили парацентез, возникла перфорация, перепонки, уже использовать комбинацию лидокаина и феназона в виде ушных капель неправильно. В такой случае мы можем заменять капли на содержащие антибиотики. В первую очередь рифамицин в детской практике, и в взрослом практике это фторхинолоны в виде ушных капель. Когда мы используем системные антибиотики, показания к системной антибактериальной терапии. Дети младше 2 лет, гнойная форма острого среднего отита, то есть мы видим выбухание перепонки, гной за перепонкой. Если катаральный отит, но симптоматика сохраняется более 72 часов, тяжелая сопутствующая патология соматическая и катаральная форма отита, и невозможность наблюдения за пациентом в течение 3 дней от первичного осмотра. То есть нет температуры, гиперемированная перепонка, но у нас есть сомнения в том, что там гной, в том не так может отсутствовать боль, и поэтому у нас возникают сомнения. Разумный между катаральной формой отита и гнойной формой отита. Вот так вот, если невозможно наблюдать за пациентом, то есть провести осмотр через 3 дня, тогда назначаются системные антибиотики. Вот. В остальных случаях они назначаются сразу эмпирическим путем. Значит, опять же, самое важное, боль, выбухание, то есть то, что есть гнойная форма. И при гнойной форме, опять же, решаем вопрос парацентезом. И, в принципе, парацентез показан, если перепонка выбухает, и мы наблюдаем за ней гной. И детям младше 2 лет. Линии антибактериальной терапии, они стандартные. Пенициллины, защищенные, фалоспорины 2-3 поколения, макролиды. Вот, соответственно, в случае выполнения парацентеза, возникновения перфорации, у нас уже доступ в барабанную полость открыт. Вот, и может происходить гноетечение, то есть попадаются, соответственно, ситуации с гноем в наружном слуховом проходе, то есть все это говорит о том, что у нас барабанная полость открыта и сообщается с наружным слуховым проходом. Мы не можем использовать ушные капли, содержащие лидокаин. Я уже об этом на предыдущих слайдах говорил. В таком случае производится эвакуация, аспирация гнойного отделяемого, и мы можем использовать капли, содержащие антибиотики. Соответственно, в детской практике рифамицин и фторхинолоны во взрослой практике. Осложнение острого среднего отита, которое встречается чаще всего, это мастоидит, причем не обязательно должна быть вот такой поднадкосничный абсцесс. Это может быть и выбухание задней стенки, то есть когда вот мы можем заподозрить развитие мастоидита. Клинически протекает острый средний отит. Гиперемирована барабанная перепонка, боль в ухе, снижение слуха. И отек распространяется на заднюю стенку наружного слухового прохода, заднюю верхнюю стенку. То место, где происходит дренирование и сообщение антрума и барабанной полости. То есть с перехода в сосцевидный отросток. Вот сохраняется в верхних отделах гиперемия, а мы лечим правильно. А разгрузочная терапия в нос назначена. Антибиотики системные назначены, парацентез сделан, адекватный парацентез, не просто, как вот тоже мы уже говорили, недостаточный прокол, должно быть хорошее соустье в задних отделах барабанной перепонки. Парацентез сделан, а клинически картина не разрешается. Несколько слайдов назад я показывал, какой эффект должен быть от адекватного лечения, у резкое и значительное уменьшение симптомов воспаления в среднем ухе, а они остаются. Вот сохранение симптомов, обильное гнойное отделяемое на фоне адекватного лечения будет являться показанием компьютерной томографии
височных костей, потому что компьютерная томография может выявить деструкцию клеток сосцевидного отростка, что будет говорить уже о клиническом диагнозе мастоидита с последующей необходимостью хирургического лечения выполнения антрамастоидотомии. Это очень важный момент, об этом нужно помнить, о том, что сохранение. Антибиотики идут, поэтому у такого поднадкосничного абсцесса, яркого мастоидита, острейшего формы мастоидита его может не быть. Это может быть, а при этом деструктивные изменения уже начаться. И поэтому затянувшаяся картина острого среднего отита при адекватном лечении, при выполненном процентезе, будет показанием к выполнению компьютерной томографии. Чем заканчивается острый средний отит? Тоже необходимо, хотелось бы несколько слов об этом сказать, что вот часто после течения острого среднего отита за барабанной перепонкой остается жидкость. И она выходит не сразу. Особенно тоже касается детской практики, развивается. Его очень сложно перепутать с эксудативным отитом. Вот отличить остаточное явление острого среднего отита от эксудативного отита достаточно сложно. Поэтому важно, это, к чему идет речь, что остается жидкость. Она дренируется через слуховую трубу долго. На тимпанограмме может быть ТБ, но перепонка уже не воспалена. Это не повод при отсутствии воспаления перепонки, наличие жидкости, это не повод повторному назначению антибиотиков. Это повод продолжить интерназальные глюкокортикостероиды, потому что вполне возможно это связано с сохраняющимися аденоидными, ну, с выраженными аденоидами, продолжить гимнастику для слуховых труб и через 2-3 недели оценить, ушла ли жидкость. Выполнить повторно тимпанограмму, потому что если тимпанограмма, жидкость будет оставаться, не воспалитель же, не гнойный эксудат будет оставаться, это будет являться показанием к шунтированию и меринготомии. Да, то есть вот такие 2-3 недели, ну, до месяца в такой случае следует наблюдать, да, потому что жидкость может выйти самостоятельно. А это часто бывает, что, да, пролечили средний отит, приходит пациент повторно, а мы видим тимпанограмму ТБ, остается жидкость за перепонкой, а воспаления уже нет. Что с такими пациентами делать? Гимнастика для слуховых труб, разгрузочная терапия в нос продолжается, после этого... Через 2-3 недели оцениваем, ушла ли жидкость. Если нет, уже, соответственно, решаем вопрос с ее эвакуацией более инвазивными методами. Итак, в конечном итоге хотелось бы закончить на том, что острый средний отит – это частое заболевание в оторинорингологической практике. Оно характеризуется острым началом, обязательным вовлечением барабанной перепонки. Она становится воспаленной. И боли в ухе. Это триада симптомов, характерных для острого среднего отита. Важно правильно выбирать ушные капли. При отсутствии перфорации это обезболивание, при наличии перфорации это антибактериальные препараты. Разгрузочная терапия в нос, системные антибиотики по показаниям и достаточно широким показаниям при остром среднем отите. И помнить о возможности парацентеза для облегчения и ускорения выздоровления больного. И при гнойном отите, при наличии гноя, обязательным рекомендации парацентеза. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.